Группа компании МТС «Агроальянс» работает на отечественном рынке уже 14 лет. Сейчас сельхозтоваропроизводителям предлагаются линейки по защите и микроудобрению растений. Более 50 препаратов для всех видов культур. Партнеры «Агроальянс» есть в каждом районе области. Евгений Костин работает с этим поставщиком уже 5-й сезон. Во-первых, это гибкость цен, гибкость подхода к клиентам. Ну и, наверное, самый главный и важный фактор – это качество тех препаратов, которые они поставляют. Одно из преимуществ средств защиты растений МТС «Агроальянс» – препараты постоянно совершенствуются. Над этим работают ученые из Института защиты растений, Института сахарной свеклы и других. Каждый препарат проходит испытания в собственном хозяйстве на площади 10 тысяч гектаров. Сейчас мы строим завод производства сельхозхимии нашей, именно средств защиты растений – в Ельце Липецкой области. Объем производства 60 тысяч тонн в год. Вот, с дальнейшим увеличением до 100 тысяч тонн. Группа компании МТС «Агроальянс» производит лучшее, что есть на рынке. Препараты, которые проверены временем и сельхозпроизводителями. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».